На Донецком направлении подразделения южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 3 атаки украинских штурмовых групп в Маринке и Авдеевке. Авиация группировки нанесено поражение живой силе и военной технике в 23 районах. В ходе боевых действий противник утратил гаубицу М777 американского производства, зенитный ракетный комплекс «Штормер» производства Великобритании, 2 пикапа, а также 3 склада боеприпасов, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и наблюдательный пункт. Средствами противовоздушной обороны уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Веселая долина, Белогоровка, Первомайская, Донецкой Народной Республики.